все производственные успехи становятся возможными лишь благодаря профессиональной и слаженной работе трудовых коллективов. Эффективная организация труда и защита прав работников – это обязательное условие для развития современного общества. И среди базовых общественных структур, по словам президента России Владимира Путина, исторически важнейшее место занимает Общероссийский профсоюз. Сегодня членами этой организации в нашей стране являются лишь 5% экономически активных респондентов, тогда как аж 44% участвовали в движении раньше и 51% граждан никогда не состоял в профсоюзной организации. На протяжении всей своей деятельности профсоюзы руководствуются принципами единства, солидарности и справедливости. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Профсоюз. Про эту организацию слышали практически все. Раньше она играла огромную роль в решении различных рабочих вопросов. А что же сейчас? Мы решили узнать у тверичан, что они знают о профсоюзах и как оценивают их работу. Профсоюзы – организация, которая должна помогать работникам бороться за свои права в случае необходимости. Через профсоюз можно, также если ты платишь взносы, получать какие-то бонусы. С любой проблемой обращались в профсоюзы. И помощь была, и касса взаимопомощи у нас была там. Все было хорошо. Хорошая организация. Путевки от профсоюза были бесплатные. Ездили люди. А теперь... Я сама пользовалась несколько раз. Работали, в отпуск люди ездили, а теперь... И сады, и все. И в садике были, все было. А теперь... Ну, в общем, сплочение как-то людей по своим идеологиям, наверное, да. Если каждый по отдельности, так думаю, свои права тяжело будет, а вместе все получится. Профсоюз – общественная организация, которая должна помогать работникам отстаивать их права. И в том числе получать какие-то льготы там на отдых, например. Состояли в профсоюзе? Когда работала на предприятии, то да. Большинство опрошенных тверичан хорошо осведомлены о работе профсоюзных организаций и считают их деятельность значимой. В основном, правда, это более старшее поколение. Профсоюзное объединение входит в число ведущих институтов российского общества и выполняет ответственную миссию – совершенствование отношений в сфере занятости между властью, работодателем и трудящимися. Профсоюзы созданы для того, чтобы защищать права и интересы работников, добиваться достойной заработной платы и хороших условий труда. И по сей день профсоюзы остаются надежной опорой для трудящихся.